Российские спецслужбы изъяли сразу 30 килограммов героина. Нашу страну отраву пытались ввести в поезде через российско-казахстанскую границу. Для этого в одном из купе организовали тайник. Но в Астраханской области груз был задержан работниками таможни и ФСБ. Всего нашли 23 пакета с героином, каждый весом более килограмма. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды наркотика в особо крупных размерах.